Всем привет, друзья! Это канал Туманов Плей. С вами я, Владимир, и мы идем играем в Uncharted 2 среди воров. Тайна города. Ребята, посмотрим, что за тайна города здесь. Побегаем с Хлоей. Мы оставили Лену и ее дружка-репортера вот за этими дверями огромными. И мы идем с Хлоей дальше изучать этот мир. Ох ты, нифига себе, посмотри на него. Это тот самый храм. Вот это и правда очень похоже на камень Чентамани. Вход спрятан где-то здесь. Вход здесь. Смотри, вон у него кинжал такой же, как у нас в руке. Вон он, кинжальчик. С мечами. Все перелистал, да? А, кстати, Салли, смотри, что тут. Нарисовали ему от руки, так сказать, и брови, и ресницы там. Ну, ничего не понятно, короче, ладно, оставляем это. Дрейк пусть разбирается с этим альбомом. Надо забраться туда. Но как? Вот именно, как я тебе туда заберусь? Не, ну можно, в принципе, придумать что-нибудь. Хлоя меня подсадит, если то получится, наверное. Ведь здесь опять что-то они пытаются... Они что-то пытаются подсказать. Билеты какие-то. Чё это? Вот тут этот... А, ну это мы нашли кинжал вот тут, у трупа тогда. Угу. Видишь, надо кинжал, чтобы... А, вот подсказка, наверное, как что должно быть расположено. Ну, давай разбираться, что там... Что там есть. Где что меняется. Давай, надо идти вообще попробовать. К самому нему подойти. К самому нему. Где он там? Что? Что надо сделать? Так. Ха. Похоже, он не совсем заброшенный. Да, там так просто не пройдешь. Там так просто не пройдешь. А, слушай. А чё вот куда-то же лестница идет вниз, а? А чё там внизу? Мы, может быть, сплавать сможем? Как нырнуть? Я просто не верю своим глазам. Прыгай, водичка, что надо. А вот это на картинке было. Вот эти вот. Это краны, походу, здесь вода, что ли, наливается из них. Прыгай, водичка тепленькая. Не, ну а чё они тех-то двоих, Лену не взяли с этим репортером? Могли бы и взять. Либо как-то надо воду слить туда, потом спуститься, а? Давай посмотрим, может быть, куда-то запрыгнуть можно. Ну, в принципе, я вот здесь цеплялся. Заберись на уровень выше. Ну, давай заберемся. Только как? Только как? Я могу, конечно, пройти. Постараться пройти вот здесь, но он не идет. Что-то не дает ему туда идти, ребята. Я-то вижу, что выше надо забраться. Я это вижу. Но как? Может, за него самого надо цепануться? Или с этой стороны, может? Чё надо сделать-то? Баллоны дают, может, что-то взорвать? А, вот, вот же колонна есть, ё-моё, блин. Всё просто, вот, сюда. Секунду, хочу рассмотреть поближе. Конечно, я подожду внизу. Вот и все, вот и забрались. Так, еще немного. Понятно. Надо опять прыгать куда-то. Сейчас прыганем, надо все равно разобраться с этой загадкой. Что там надо? Что хотят от нас? Отлично. Спасибо. Оп! О, не падать! Ё-моё! Ну ладно, хотя бы теперь вот тут можно подниматься спокойно. Ну ты везунчик.
Хлоя, ты как скажешь, какой везунчик. Ты видела, меня чуть не раздавило нафиг. Куда ты? Блин, не туда куда-то. Ну вот этот кинжал, вот, который у нас... Вот он, да. И чё? Он меняет ему положение. Слушай, ну, давай сейчас вниз сделаем, по-моему... По-моему, как-то так и должно быть. Получается, кинжал он должен взять этот к себе ближе, а вот эту штуку опустить с черепами. Ну, что-то типа того, да, но только кинжал надо, чтобы по центру он приблизил к себе. Эй, не трогай, зачем? Интересно, тут перепрыгнуть можно было? Можно, да? Ну как дальше-то? Нам надо с той стороны теперь подойти. А, ну вот. Здесь, а налево сможет он прыгнуть? А, ну все, делов-то. Налево просто так же идем. Стоп! Куда ты полетел? Вернись обратно. Ну хотя бы так. А если я вот туда полезу, куда нам, куда мы вылезем? Куда там мы? А, мы еще выше вылезем. Понял. Так, давай посмотрим, что вот это как должна стоять. В принципе, правильно же стоит, да? Стоит правильно. Значит, нам наверх надо. Ща мы с этой статуей разберемся, делов-то, ё-моё. Всего лишь надо ей сделать так, чтобы руки... даже на это смотреть. Как на рисунке были. Так, а эту? Отлично. Вон оно что, да? Давай смотрим. Все, здесь правильно повернули. Там трезубец, получается, должен смотреть вверх просто... Просто вверх. Он так и стоит. Но нам надо еще с той стороны сделать сам кинжал вот этот повернуть. Ну-ка, если мы вот здесь пойдем, мы пропрыгаем до туда. Эй, ты куда? Ну-ка, наверх давай. Не, значит не здесь. Надо где-то там выше еще прыгать. А, вон там можно где-то цепануться потом. Сейчас мы эту загадку разгадаем, ребята. Лезем наверх. Здесь нифига не туда. Дальше, значит, идем. А дальше это все, это вниз. Только и вот по этому уступу наверх. По этой лестнице, так сказать, искусственно, которую мы сделали. А, ну все, вот сюда, значит. Ну, о! Ну ладно, признай, ты поражена. Признаю, с меня банан. Нифига придумали, как ему тут лазить-то, а? Оп! О, вот так надо было развернуть. Сколько Дрейк уже падает, столько раз уже он переломался уже весь. Вот и все. Ларчик легко открывался, короче говоря. Постой. Что это? Хлоя, это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим. Ну только открывай давай. Нет. Страшно как-то. Скажи. Вон нам придумывали, да? Страшно, конечно, блин, еще без руки остаться, да?
какой-то части показывали там, что кто-то что-то пытался что повернуть. Точно, мои предположения, ребята, были правильны. Не зря туда лестница просто ведет. Я нашла нужную дверь. Получилось. Ты давай осторожно, главное, чтобы вода опять не прибыла. Уже иду. Я-то иду уже. Чё б ты без меня делала, да, Хлоя, тут? Как бы ты искала бы что эту дверь? Скажешь? Ты в игре? Да давай, заходи, конечно, в игре, давай. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. Опять по каким-то подвалам. Знаешь, романтичное здесь местечко. Очень романтично тут. А где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты, не про тебя. Ты так хорошо меня знаешь. Ага, лишь бы по подвалам полазить. По древним, заброшенным. Ты не хочешь застрять в темной яме в 30 метрах под землей, правда? Пожалуй. Придется спрыгнуть. Ладно, иду. Ну, давай, продолжаем. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. Хлоя хоть за мной бежит, нет? Где она там? Дерево какое-то. Во, давай быстрей. И при чем же тут камень Чентамани? И верно. Внизу открывается. Ладно, хоть никого здесь нету, мы просто бегаем. О, мы куда-то пришли. Сейчас увидим. Бамс, опять. Ловушка, все, попались. Вот это уже не смешно. Вообще не смешно, ребята. Что происходит-то опять? Нифига себе, куда может быть хуже-то? Ты что? Гранату куда? Куда? Ненавижу. Нас сейчас раздавит здесь, ё-моё, вы чё? А, вот сюда гранату. Отходи. Прикинь, не останавливается. Сделай что-нибудь. И куда гранату надо кинуть-то, я не понимаю. Что за звук? Движение там. Еще куда гранату кинуть? Сюда. Получилось. Пора уносить ноги. Ура. Вся жизнь пролетела перед глазами. Прикинь, там зубец просто отломился, поэтому перестало все работать. Я тоже думал, нас раздавит уже все. Быстрей. Ладно, давай за мной. Я говорю, спокойно ему не живется никогда, этому Дрейку. Он бегает постоянно. Нейтан, ты что делаешь, а? Все бегаешь и бегаешь где-то. Сокровище лишь бы найти, а? Опа, очки. Так, вроде не на месте. Эй, выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал Пурба. Ага. Похоже, включается светом. Включается. А, вот прожектора, смотри, какие-то. Но это мы узнаем в следующей серии. Все, ребята, всем спасибо, всем пока, удачи, поставьте лайк видосику. И продолжаем дальше играть в следующей серии. Все, пока.